Всех приветствую. Появилось у меня немножко свободного времени. Решил уделить внимание своему параллельному проекту восстановлению транспортера Т3. Вот, ну, как бы сегодня разговор о дисках. Очень давно искал себе недостающую пару. Вот, год назад, ну, когда уже покрасил буса, покрасил и одну пару колес у меня было в наличии. Вот, второй пары не было. Искал именно с такими параметрами. Сейчас расскажу, почему именно такие колеса. Ну, значит, диски такие вот. Это оригинальные диски, стояли на 123-м Мерседесе. Вот. Мельбер фирма, но они как бы еще есть Пента. Аналог по параметрам. Ширина 7G, радиус R15, вылет ET24. Ну, центральное отверстие, мерседесовская ступица, 3 шестерки, 66,6. Вот. Как бы, ну, на бусике диски смотрятся очень симпатично. То есть они сильно за арку не вылазят, но в то же время имеют такой довольно симпатичный вылет. Вот. Вот так вот. Таким образом смотрится. То есть борт машины не закидывает. Ну и в то же время вполне симпатично смотрится. Вот. Ну, здесь у меня немножко резина стоит низкая, в будущем будет 70-я высота, здесь у меня сейчас 195 на 60 R15. Вот. Ну, так как бусик у меня не выставочный экземпляр, машинка для работы на каждый день, вот, поэтому резина должна быть полноценная. Вот. Ну, вернусь немножко к этим дискам. Почему именно искал такую пару? Я думаю, что многие, кто владеет транспортерчиками, знают, что как бы проблема в том, что вроде как дисков большое количество мерседесовских, но все они имеют толщину вот этой вот полки, ну, то есть толщину металла ступицы, которая, ну, не позволяет установить родные передние болты, вот, ну и задние гайки. Соответственно, надо что-то мудрить с удлинением, вот этих вот шпилек задних, ну или покупать удлиненные болты. А вот именно в этих дисках параметры такие, что толщина стенки самой ступицы позволяет оставлять все штатное, то есть остаются штатные болты и штатные шпильки. Поэтому вот эти диски я давно искал, ну, чтобы не колхозить, ничего не переделывать, вот, родные оригинальные болты. Поэтому посчастливилось, нашел диски. Диски, ну, в таком внешне не очень состоянии, но в плане геометрии все отлично, они ровненькие. Я их прокручивал на балансировочном станке. Поэтому здесь только косметика. Сейчас здесь все зачищу до металла. Немножко прошпаклюю бордюрочку. Вот. Ну и покрашу. База. Несколько слоев лака положу. Вот. Так что место вот этих вот унылых штампов уже скоро займет приличные колеса. Вот. Ну, как бы параллельно сейчас тоже займусь обустройством салона буса, приведу его в порядок. Вот здесь все в таком вот как бы постремонтном состоянии. Сиденье заменю, займусь музыкой. Хочу в грузовой отсек установить, телевизор уже приобрел. Вот. Ну, также как бы будем постепенно строить такой рабочий бусик с возможностью трансформации в кемпер, чтобы где-то уезжать на несколько дней на природу, с комфортом отдыхать. Так что планов большое количество, потихоньку будем работать. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до новых встреч.